Всем привет! Иваныч вернулся. Продолжим проходить Lifeless Planet. Идем по дороге зеленого кирпича. Навстречу хер знает чему. Уровень горячие источники, по-моему, называется. Смотрите, там что-то интересное. О, здесь снег уже пошел какой-то. Блин, я не я буду, если я не сбегаю, не посмотрю. Ой. Я сгорю, интересно? Нет, нормально. Пайси не хочу, называется. Интересные тут места. Топливо для реактивного ранца заканчивается. Попрыгал и будет. Так. Я бы не отходил от дорожки из зеленого кирпича. С какой стороны лучше отбегать, не знаю. Дорожка пропала. Идет она с той стороны. Все понятно. Ага, хрен. Что-то я не понял. А, все понятно. Сюда, наверное, надо запрыгнуть. О, аквапарк. Я вошел в зону необычайно высокой геотермальной активности. Вокруг полу горячих источников из-под земли выстреливают гейзеры. Но у меня не получится взбираться по скалам так быстро, как у женщины. Интересно, могу ли я использовать фонтан? В общем, понятно. Лезем в фонтан, прыгаем. Ой. Что-то у меня не очень получается использовать фонтан, честно говоря. Я мордой бьюсь об скалу. Хорошо, у меня мега стекло защитное. Вау. Отлично. Бежим дальше. Все прикольно. Так. Значит, так. Ну, забавно так бегает. Походон такой. Прикольно. Так. Мне кажется, вот по этой всей фигне мне придется куда-то прыгать. А это что за дырка в земле? Я хочу посмотреть за дырку. Или это не дырка? Блин, мне хочется туда прыгнуть и посмотреть, что внутри. Примерно так я и прохожу все игры. Такс. А здесь что за дырка? Здесь какая-то другая дырка. Давайте попробуем. Ой, все, да, прекрасно вообще. Так. Куда идти-то? Идти-то куда? Куда? Вот сюда? А, во-во-во. Тут есть типа лестницы. Ой, господи. Так. Управление. Прекрати. Что ты делаешь? Ну и попрыгали. Оп-о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 п. Чуть не упал. Текс, 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 текс. Как-то проплешины становятся от зеленой дорожки все меньше и меньше. Реже и реже. Так.
турбо. Какие интересные звуки. Это вот эта фигня так звучит. Или где-то аэропорт, я что-то не очень понимаю. О, нифига! Куда бежать-то? А, куда надо бежать? Этого недостаточно. Этого недостаточно, чтобы взлететь. Так, почему их два? Это видеть, это уже хорошо. Слушайте, а если я эту штуку двигаю в гейзер, она взлетит? Писец, да? А если дальше подвину? А, смотрите, я перекрыл, и там теперь бьет гейзер. Это лайк, разработчики молодцы, прямо вообще порадовали, просто порадовали. Слушайте, а если я две дырки заткну, что при этом произойдет? Я думал, что может быть выстрелит камень. О, это что было? Это я сдвинул камень? Писец, писец. Мне понравилась головоломка. Действительно охеренная. Мне просто реально понравилось. Он, наверное, еще мощнее стал. Ха-ха-ха, только я цепляюсь башкой за... Как-то так. Оба-на. Оба-на. Может быть, кстати, когда я второй затыкаю, то, может быть, этот гейзер появляется. Я хз же. Я ж хз. Я не пробовал только одну дырку заткнуть. Ес, АБХС. Наконец-то. А здесь чего? Здесь ничего. Вот это, блин, в игре, конечно... Несколько расстраивает, что как, ну, шаг влево, шаг вправо и ничего. Наверное, с этим надо просто смириться. Получать удовольствие. Оба-на. Щито это. Блин, резко наступила ночь. Очень резко наступает другое время суток. Ой-ой-ой-ой-ой, как тут? Оба-на! Вы посмотрите, как тут все. Инферно! Что инферно это точно? Так. Да. Инфернальненько тут у вас. Здесь ничего нет. Блин, в этой игре никогда ничего сбоку нет. Чего я все время туда хожу? Чего меня все время тянет на исследование? Ладно. Вон там что-то. Какая-то постройка. Блин, эффект горячего воздуха здесь. Молодцы. Все-таки здесь что-то было. Это не потому, что это боковое ответвление. О, баллончик. Усиленного толчка. В хорошем смысле, конечно, толчка. Так, обратно. Ну и тут уже перепрыгнем. Да-да-да, сухое тепло. Ну что, тут, конечно, жесть.
визуально уровень, конечно, жесть. Куда там дальше-то? Туда? Туда там? Так. Мне очень нравится вот эта вот тема с длинными вот этими полетами. Действительно классно она сделана в игре. Короткие полеты, как-то, знаете, ну так. Прыг-скок и все. А вот с длинными полетами, когда ты летаешь на такие безумные расстояния, не расшибаешься, просто великолепно. Сохранение. Здесь непонятно, куда идти. Можно пойти налево, а можно пойти направо. И вот хз, куда надо-то? Мне кажется, что налево. Фонтанчик. А лучше мимо фонтанчика. Туда, наверное. Сгорел, да. Что дали? Открытое достижение. Сгорел. Да. Не поспоришь. Сюда вот, да, я шел. Вроде это было правильно. Так. Так. Тетка-то тут как вообще прошла? Я-то понятно, у меня тут это реактивный двигатель в попце. Но тетка как прошла? Писец вообще. Лэп тут стоит. Дальше-то куда я должен пройти, интересно? А, нет, я тут пришел. Вон туда прыгать я должен. Что дальше-то? Что я, блин, теряюсь, ребят. Ну, вряд ли. Мне кажется, что она не так сильно накренилась, чтобы туда прыгать. Наверное, вон туда я должен прыгать. Вау! Это что? Камень. Камнем я должен, видимо, заткнуть вот эту дырку и туда, наверное, двигаться. Я не знаю. Давайте попробуем. Если я гейзер затыкал, наверное, я эту штуку могу заткнуть, да? Спасибо Господу за космический костюм с кондиционером. Как известно, костюмы с кондиционером делает Господь. О. И что при этом происходит, я что-то не очень понимаю. Теперь отсюда. Херачит. И чего? И что он херачит? Я что-то не понимаю. Что-то я не понимаю в этой жизни. Вот я поставил вот сюда вот эту фигню. И что дальше? Давайте я вот эту еще заткну. Посмотрим, что будет. Что при этом будет, я не знаю. Оба-на! Оба-на! Охереть! Эта штука накренилась, значит, можно теперь обратно туда запрыгать. Я не допрыгнул. Через вот
вот это вот надо проходить, возвращаться. Или чего, я что-то не очень понял. Наверное. Туда вот я могу запрыгнуть, что, да? Так. Ой-о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 й. Так, и вот туда я должен запрыгнуть. Хрен я туда запрыгну, да. Печально. Ну, щито. Здесь нет камней, которые я могу что-нибудь заткнуть ими, потом туда запрыгать. Ну. Ес. 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 Да. И прыжок веры. Пам. О! А тетенька тут когда успела? Тетенька, блин. Молодец. О, оба-на. Как-то она не очень выглядит. Помоги, подними. Наверх. Наверх это куда? Оба-на. Оба-на, я с теткой. Смотрите. Она так хорошо отражается, у меня забрали. Ну что ж, наверх так наверх. Я не очень понимаю, как туда наверх запрыгивать. Я просто не вижу каменюк. Камни так... А, вон камень. Сейчас надо настроить монитор. Опять. О, так вот, да, теперь у меня камни видны. Текс. Блин, башкой зацепился за что-то. Но, куда теперь-то? А. О, практически залез. Что-то я не понял. А. Окей. Ну и... Ага, вот еще. И вон туда, я так понимаю. О! Сохраняемся. Все, топливо мне отключили. Это что такое? Необычная биология. Похоже, что русская женщина обладает сильно модифицированной биологией. Интересная формулировка. Во время пересечения вулканической зоны она начала задыхаться. Кислород из моего костюма, похоже, совсем ей не помог. Она восстановилась только с помощью выдыхаемого газа, включающего двуокись углерода. Видимо, ее тело участвует в процессе фотосинтеза. Оно способно поглощать углекислый газ и преобразовывать его в кислород, подобно растениям на Земле. Хотя это и могло бы объяснить, как она выживает в атмосфере бедной кислородом. Я не способен подвести какие-либо научные обоснования под эти наблюдения. Окей, побежали за тетей. Все. Нету у нас больше пшикалки. Тетка, привет. Мы с теткой. Такс. О, еще одна хрень. Смотрите, она идет, и за ней такой зеленый кирпич, в общем, расцветает. Так.
Надо опять, наверное, эту штуку включить, да? Какой музон-то начался. Медленно идет, такая не спеша. Так, значит, так. Непонятно. Здесь такой круг. На одном из уровней был, через который как раз светил луч вот из такой вот похожей байды. Так, главное не убиться. О! Рапорт директора от 2.11.78 года. Я ничего не могу предпринять, чтобы остановить цепную реакцию. Скоро этот мир будет потерян. Я не могу понять свою роль в этой катастрофе, как и того слепого высокомерия, с которым я привел в исполнение казнь планеты. Вдали от Родины я никогда не узнаю исход великого противостояния между Москвой и Западом, но я искренне надеюсь, что они никогда не окажутся в подобных обстоятельствах, наблюдая разрушения, которые они причинили, как это вынужден делать я. Я наблюдаю, как этот яркий мир истлевает, превращаясь в мертвые скалы. Я отчаянно хотел принести триумф нашему народу. Я мог бы быть спасителем, но теперь я не могу посмотреть им в глаза. Я рад, что мы никогда не сможем вернуться. Наш народ никогда не узнает, что здесь произошло. Никогда не узнают, почему их семьи не вернулись домой. Они никогда не узнают, что это была моя вина. Окей. Так... Моя вина. Так. Внимание, вопрос. Каким образом мне запустить вот эту точилку для ножей, чтобы открыть те ворота? Тетя до туда дошла. Дальше неизвестно, стоит она там или не стоит, там не видно. Каким-то образом можно залезть вот по этим лесам наверх. Мне кажется, нереально это сделать. Просто нереально, в принципе. Динамита здесь я не вижу. Некоторые вопросы им решаются. Блин. Ну, можно сбегать к тете и спросить. Тетя, ты не хочешь мне что-нибудь рассказать? Так, 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 так. Может быть, она какую-то подсказку хотя бы дать? Я не знаю. Я что-то не очень понимаю, кто залезть. Какая вся зеленая. Ко-ко-ко-ро-ко-ко. Ну что, тетя? Давайте попробуем вот эту фигню. Она будет работать? Мне кажется, нет. Панель управления обесточена. Найдите способ восстановить питание. Ну, собственно говоря, да. Она действительно обесточена и работает. Хера. Ой, бляха-муха. Так. Чё за лэп? Чё за лэп тут вообще? Никаких проводов никуда не идет. Если там на земле не валяются, то она, видимо, здесь для красоты стоит. Можно будет на нее забить. Я не вижу никаких проводов. Так. Чё, что такое ел, что у тебя газы все время, а? Астронавтик. Американец.
Ну, наверное, бобы. Возможно, это первый поселенец. Там, кроме бобов, говорят, вообще жрать было нечего. Так. Я не знаю, как туда залезть вообще. Вообще. У меня не работает манипулятор. Я не могу здесь составить вот этот вот круг. Он, наверное, и не нужен. Потому что самое главное, я абсолютно... У меня нету леталки, поэтому я не могу перелететь туда. Там внизу нету подъемника. А здесь вот я не знаю, как туда залезть. Ну, допустим, я здесь должен залезть каким-то образом. Так я же так высоко не прыгаю. Блин. Да. Нет, я так не прыгаю. Увы. Я так не прыгаю. Непонятно, что делать. Туда, может быть, можно перепрыгнуть. Давайте попробуем. Да, сюда можно перепрыгнуть. Хорошо. О! Камни. О! Все здесь. Все просто оказалось. Тут, да, все просто. Вообще элементарно. Так. Оба-на! Вот оно как ремонтируется. Теперь надо отремонтировать круг. Не все так просто оказалось в результате. Так. Здесь я не перелезу. Жалко, что саму вот эту вот фигню не посетить. Было бы интересно. Какую-нибудь инопланетную херь-то по ней полазить. А тут не полазишь никак. Печально. Не хватает вот чего-то большего. Буквально чуть-чуть. Прыг-скок. Прыг-скок. Так. А вот то, что вот один камень здесь валяется, это нормально? Чё я не могу их отремкать? Я в прошлый раз их составлял. Видите, они должны быть ну вот так вот составлены. Может быть, это не надо? Я хз, ребят. Я хз. Хз, я не понимаю. Чё там вот такое зеленое? Я что-то не понял. Ну да ладно. Попробуем, может быть, этого достаточно. Просто тут далеко бежать. Ну там светится что-то так, подсвечивается этот портал. Но он как-то не горит зелененьким таким приятным цветом. Спецэффектным. Теть, скажи мне что-нибудь. Стоишь как зомби, блин. Кусаешь еще меня. Тут обидно. Ну чё, кодовый замок, давай. Нет, нихера не работает. Ой, бля. Те зеленые фигни, которые я видел, они, это может быть то место, где я камни брал. Может быть, это не что-то новое, а хорошо забытое старое.
то, что я уже там видел. Я думаю, что это то место, где камни были. Вон, вот это вот. Ну хорошо, а как я вот эту вот штуку должен отремонтировать? Объясните мне. Объясните мне, я не понимаю. Блин, я понял, что это такое. Это лестница, ёперный театр. В этой же игре практически все лестница. Ой, господи. Да, сторона правильная, в которую надо идти. Побежали. Еще и рухнул. Реально, вот я не понимаю, почему они на клавишу влево-вправо, они повесили бег влево-вправо, а не стрейф. Ну, блин, обычно же вешают стрейф. Люди же к этому привыкают. Люди же к хорошему привыкают. Да. Прекрасно прыгаю. Мастерски, просто мастерски. Блин. Ну же, давай, давай, болванчик. Прыгай, прыгай. О, другое дело. Наконец-то. Наконец-то. Писец. Теперь та фигня должна открыться. Я так понимаю. Я могу их выровнять. Теперь-то нет. Нет, нет. Ну, может быть, это не важно. Я, по-моему, это уже говорил. Так, и бежим обратно к тете. Во, теперь оно все светится как надо. Тетя, ты не хочешь мне ничего сказать там? Ну, хоть что-нибудь. Какая-то безжизненная тетя. Лучше бы она вот где-нибудь бегала отдельно. Не была такой безжизненной. Так. О, угадал. Так. Отлично. О, какой-то новый мега уровень или что? Или щито это? Или кино покажут? Какой-нибудь. Что так задумался компьютер? Кратер. Кратер. Тетка опять будет медленно идти. Нет, на этот раз она бегает. Все равно я бегаю быстрее. Что-то резко стало как-то светлее. Что за кратер вообще здесь может быть? А, мне надо кислород, наверное, найти, да? Или нет? Или нет? Что за дом? Что за дом? О, там подсказка.
Вообще кислород у меня должен, по идее, скоро уже начать заканчиваться. Мне же куда-то надо за баллоном. Я же за баллоном иду, на самом деле. Я думал, что я нашел выжившего сегодня. Рука потянулась ко мне из грязи, прося о помощи. Когда я бросился к обугленной умирающей плоти, она сильно ударила меня в живот. Это был ужасный результат нашего вмешательства, каким-то образом еще живой. Местная форма жизни старалась отомстить мне, и вскоре она получит свое. Я несу ответственность за все это безумие. Нам здесь не место, планета этого не заслужила. Далекие миры находятся вне нашей досягаемости, потому что мы еще не заслужили права. Что за херня? Ой, вы глупцы, это точно. Так. О, Мафан! Мафан, привет! К нашему большому разочарованию, экологическое воздействие нашей эксплуатации зеленого огня оказалось пагубным. Растительная жизнь стремительно исчезала. Мы думали, что этот мох был основным источником питания для всех жизненных форм на этой планете. К несчастью для нашей цивилизации здесь, уменьшение этого мха означало не только уменьшение энергии, но также и уменьшение кислорода. Люди, равно как и растения, начали умирать. На наше счастье, однако, судьба распорядилась так, что один из докторов заметил в городе нечто необъяснимое. Одна из наших сотрудниц, Аэлита, разводила сад, и он продолжал цвести. Мы пытались разгадать этот секрет, но Аэлита, непонятно почему, замкнулась в себе. Ее ребенок умер, судя по всему, от недостатка кислорода. А отказ Аэлиты сотрудничать и поделиться своим секретом вынудил нас применить силу. Солдаты пришли к ней и стали угрожать сжечь ее сад. Но когда Аэлита бросилась защищать свои растения, они стали расти. Они реагировали на ее прикосновения. Это оживляло их. Тогда Аэлиту, расцененную как средство к достижению цели, схватили, заперли и стали проводить над ней ужасные эксперименты. Мы страшно изменили ее на генетическом уровне, вкалывая в ее тело инъекции с огромным количеством ДНК, сохраненных культур местного мха. Пока она орала от боли и протеста, мы уничтожили ее человеческое происхождение на молекулярном уровне. Когда мы закончили наши эксперименты, Аэлита стала скорее растением, чем человеком. Ее глаза сделались блестящего зеленого цвета, а ее легкие наполнились углекислым газом. Но это был успех! Там, куда она ступала, следы от ее ног наполнялись маленькими ростками жизни. Мох отвечал на ее прикосновения, пробиваясь вверх из пыльной почвы. Я не жду, что Аэлита когда-нибудь сможет простить нас, но она единственная наша надежда на восстановление жизненного баланса в этом мире. Без Аэлиты эта планета останется необитаемой до конца времени. Так, какая интересная история. Так, мы побежали туда к лампочке. Кажется, туда не надо лезть. Я не думаю, что кто-то предполагает, что мы туда полезем. Я думаю, что там кислород светится. Слушайте, а куда ведет тропинка-то? Куда она вообще делась? Тетя, тетя. А вон она стоит, блин, ни хера не делает. Хорошо, я никуда не пошел. Сидит, никуда ничего не делает. Медитируешь, тетя? Давайте подойдем.
Ну что я должен делать-то? Может, манипулятором? Нет, манипулятором я тоже не могу ничего делать. Непонятно. Непонятно, что делать с этой тетей. Туда явно идти бессмысленно. Там горит лампочка. Я иду к лампочке. А ты, тетя, смотри, как хочешь. Хочешь, сиди и разводи мох вокруг себя. Пускай корни через жопу, что угодно. Так. Вот это что ли кратер? Я не очень понимаю. Что у них кратер? Ну, это, наверное, кратер. Мне, блин, интересно, что в кратере. Ну ладно, пока не будем туда идти. Пока попробуем в чеснок перелезть к лампочке. Канатная дорога какая-то есть. А где кнопка? Должна быть кнопка. По канату могу идти? Нет. Я, наверное, не могу идти по канату. Блин, отлично, я вообще пошел. Ну, блин, а как мне туда пройти, если вот здесь вот такая штука мне мешает? Я что-то не понял. Там наверху есть фигня. Есть вагончик. Ну или как это называется у них по-научному. Его как-то можно вызвать, наверное. Но я не понимаю, как. Потому что никакого пульта я здесь не вижу. Вообще. Просто его тупо нет, этого пульта. Вообще никаких идей. Просто никаких. Чего от меня хотят? Непонятно. Мне кажется, вот это вот какая-то недокументированная возможность. Так нельзя пройти. А почему нету вызова, блин? Я не понимаю. Просто не понимаю. Почему нет кнопки вызова? Почему тетка тупо сидит? Это, видимо, солнце. Пум-пум-пум-пум. Непонятно. Непонятно. Может быть, все-таки в кратер надо слазить? Не просто же так называется локация кратером. Хотя, может быть, разработчики думали, чего нам такое еще придумать бы оригинальное в игре? Какую-то оригинальную какую-то локацию. А давайте сделаем просто тупо кратер. О, баллон внизу, смотрите, это значит, что сюда надо слезть. Ой, господи, ну хоть, блин, поставляйте подсказки. Yes. Все, я хоть спущусь в кратер. Блин, мне интересно, что в кратере. Какая-то фигня.
Что это такое? Вообще непонятно, что это. О! Маффан! Первичный анализ метеорита указывает на нетипичность в сравнении с метеоритами, найденными на Земле. При дальнейшем исследовании этот метеорит казался нам частью высокотехничного инженерного сооружения. В настоящий момент мы склоняемся к предположению, что этот кратер был местом посадки более развитой расы, построившей портал и связанные с ним энергогенерирующие сооружения. Мы основали исследовательский пост на краю кратера и намерены тщательно исследовать это место, по меньшей мере, в течение следующей зимы. Окей. Я сюда лазил ради этого, да? А вот там что за тропинка? Ну, туда куда-то идет. Что-то какие-то... Оба-на! Это ж что такое вообще? Какое-то строение. Фантастика. Подсказка тут лежит. Маловероятно, что я смогу увидеть еще один день. Мои раны являются постоянным напоминанием о той боли, которую мы нанесли этой планете. Изначальные цели нашего пребывания здесь были добры и чисты. Но, может быть, это просто какие-то проклятия для вида, находящегося далеко от дома. Мы не можем адаптироваться, поэтому мы уничтожаем. Вместо того, чтобы осваивать, мы нарушаем естественный порядок нового мира. Это всегда так было и всегда так будет. В этом есть самонадеянность. Думать, что все будет по-другому для нашего поколения. Прости меня, элита, я не понимал, пока не стало слишком поздно. Если мое имя когда-нибудь снова будет упоминаться, я надеюсь, что в качестве урока для тех, кто придет после меня, до свидания. До свидания. До свидания. Отсюда управляется кабина. Атас, атас вообще. Веселись, рабочий класс. Странно, что не с другой части этого замечательного враждебного мира. Так, возвращаемся, в общем, обратно. Зачем мне дали баллон, непонятно. Прекрасно его подкидывает. Стоит тут, баллонит. Так. Ну что, элита там пришла в себя? Да, он идет пешком уже. Ой, господи. Да. Тяжело в этой игре, когда нет подсказок. Птыщ, закончился пердячий газ. Так, бежим, 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 бежим. А, эта лампочка была в этом... На корзине, или как она там называется, на вагонетке. Теперь мы путешествуем вместе. Какая-то энергосберегающая. Сразу видно, 1978 год. Я думаю, просто ее надо заставить ходить по планете, и планета живет. А элита за мной. Что-то
там зависло. Дурында. Давайте к ней подойдем. А, все, отвисло. Вообще какая-то непонятная фигня очередная. О, это ж телепортер. Аэлита, Комцумир. Что дальше? Ищи то дальше. Древний народ. Оба-на, это что было? Это какой-то глюк был, я думаю. Я что-то не думаю, что так и должно было быть. Подсказочка. Похоже, что русские изучали работу создателей портала. Сеть монолитов, огромные энергетические сооружения, а также ряды стен и дверей, окружающих их. Я до сих пор не могу понять, как все это связано. Так, как все это связано? Я не могу понять, куда идти, потому что я что-то привык по зеленой тропинке бегать. А эта зараза там что-то сидит, медитирует теперь. Вот это что такое? Какая-то фигня там наверху. Это что такое за зеленая байда? Это что? А, это камень. Камень, Так, это что такое у нас? Еще камень. Туда можно положить, что ли, его? Неудачно я положил, скажем прямо. И чего дальше? Можно несколько туда положить даже, я так думаю. А если два туда положить? Если что, перезапишусь. Так, я под дырками стою. Чё, туда не кладется второй. А, вот второй. Отлично. Такс. А, туда придется закидывать этой штукой. Ну, окей. Такс. Оба-на! Что такое вообще? О! Непонятно. Так.
Здесь тоже должна быть кнопочка, я так понимаю. А здесь нет кнопочки. Но кино началось только сейчас. И чего дальше? Я что-то не понял вот этого момента. Здесь нет кнопочки. Но кнопочка. Не догоняю. Еще можно нажать. А, вот теперь типа можно нажать, да? Все, больше не могу нажать. Нет, могу еще раз. Что от меня требуется? Ну. А. Нет, что-то плохо нажимается. Что-то не срабатывает. Непонятно, что. Непонятно, чего хотят опять. Опять непонятно, чего хотят. Почему у того портала, ну или я не знаю, что это такое, приемник для камней. Почему там нету такой же кнопочки? Должна ж быть, по идее. Нету. Да, я хорошо прыгаю. Даже слишком. Вон там камень. Вытащить его не могу. Так, ну, я даже не знаю, что теперь делать. Мы побежали дальше, посмотрим, что тут есть. Можно ли туда пройти как-то? Или, может быть, я должен вернуться, блин, к тетке? Я не знаю. Вот чем мне нравится Skyrim? Там сделал чего-то, да, и тебе написали, что нужно делать. А теперь вернитесь туда-то. Вот вам компас, уважаемый. Ой, блин, печально. Так я, к сожалению, не понимаю, что от меня хотят. Нет, здесь ничего нет. Здесь вообще теперь ничего нет. Я так понимаю, интересного. Наверное, я должен вернуться. Больше никаких идей вообще. Так. Мне кажется, когда я лечу, я как-то быстрее это делаю. Может быть, мне только кажется. Тетя! Ну чего? Тетя! Бляха-муха, зараза, скажи, что делать? Блин. Я не понимаю этой херни. Хорошо, вернемся к той штуке, у которого была кнопка. Кнопка была странной формы. Возможно, ей можно пользоваться как джойстиком для управления чего-то, чего неизвестно вообще. Похоже на джойстик, похоже. Не надо нажимать на центральную часть кнопки. А если я нажму на внешнюю часть кнопки, например, на эту. Вообще без разницы. Вот
вот сейчас был звук, как будто я сделал что-то правильно. Я, блин, не понимаю. Я не понимаю, чем меня требуется. Не понимаю. Сюда. Я куда-то могу залезть? Нет, не могу. Они очень высокие. Очень. Вот это все. У меня закончился бензин. Все, это я упал. Ой, блин. Нужны подсказки, конечно, в игре. Так делать, ну, как-то неправильно. Дебильные какие-то головоломки. Совершенно непонятные. Совершенно непонятно, что нужно делать. Просто очень много времени тратится вот на непонятные совершенно вот такие вот скитания. Здесь я уже нажимал. Там я был. Выхода из этой вот долины, или как это можно назвать? Нет. Что от меня требуется в результате? Почему здесь нет тоже кнопки? Ой, ёперный театр. Реально задолбала, конечно, такая фигня. Почему я люблю, блин, тупые шутеры? Потому что там такого, такой херни там нет. Вот что от меня требуется? Вот что конкретно? Ну вот нажимаю я на кнопку. И что при этом происходит? Все-таки это джойстик. И все-таки можно нажимать на разные его части. Так, теперь возвращаемся обратно. Все-таки это сраный джойстик. Ой, бляха-муха. Оба-на. Как мы умеем. Главное, чтобы ее не размазало об эти штуки. Главное, села, сидит. Подсказать ничего не может. Да. Нет. Пам-пам-пам. И тут сидит. А, здесь то же самое, то есть это вот несколько таких локаций теперь будет, да? Ну окей. Ну окей. Тетя, привет! Я даже знаю, что теперь делать. Может, мне вообще ничего не говорить. Буф. А здесь уже, я так понимаю, все заправлено, да? Вот это вообще что? Что это за штука? Просто штука. Ну что, джойстик? Давай попробуем тебя это.
правильно использовать. Подходит. Не подходит. Подходит, подходит. Не подходит. Значит, нижняя, правая и центральная. Так, возвращаемся, я так понимаю. А, или подождите, там еще какая-то херня есть. Вон, 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 там на пригорке. Кажется, если я там что-то не сделаю, то оно работать не будет. Ну окей. Это что такое вообще? Я не знаю, что это. А, я знаю, что это. Это вот так. Нет. Похоже, похоже не так. Влезет ли оно сюда? Или не влезет? Это сюда влезает. Это сюда влезает. Это двигается? Однако вот не задача. У меня три есть углубления, а камней у меня четыре. Что-то здесь не так. Не так. Так. Ну, надо бы, конечно, подумать, но я что-то, мне что-то думать лень. Я буду с отключенным мозгом решать головоломки. Нет, оно не пролезает, зараза. Да ладно, не пролезает. Их печалька. Так. А это сюда влезет? Да. Прекрасно влезет. Я так понимаю, что надо их соединить просто вместе, две половинки, все будет хорошо. Есть.
и все стало хорошо. Тетка там уже телепортировалась, я надеюсь. Или она там все так же грустно сидит. Тетка. Ну и я пока побегу. Было бы, конечно, прикольнее, если бы меня как-то туда переносило какой-нибудь неведомой силой с высокой скоростью. Нам, кстати, подсказочка лежит. Я уже вижу. Здесь вон дальше можно нормально пройти. Ничего не надо собирать. Это приятно. О, Маффан. Наши ученые сделали сегодня удивительное открытие. Прежде мы думали, что создатели портала либо покинули эту планету, либо были убиты местными обитателями. Но мы ошибались. Создатели портала оказались более развитыми формами, похожих на растения существ, которыми покрыта поверхность этой планеты. Они, должно быть, колонизировали эту планету много тысячелетий назад, привезя с собой разнообразные виды схожих культур, чтобы засеять ими всю планету и сделать ее пригодной для своего обитания. Мы, собственно, думаем, что обитатели этой планеты представляют из себя не столько отдельных индивидуумов, сколько нечто вроде плотной глобальной сети. Конечно, здесь есть более маленькие, более большие породы и их разновидности, но все они, как кажется, могут общаться друг с другом через повсеместно распространенный мох, зеленый огонь, который так необходим для всей жизни на этой планете. Принимая все это во внимание, и то, как их корни могут также имитировать бесконечное количество форм, мы явно имеем дело с более высокоразвитой и необычайной формой жизни. Круто. Дальше-то что, собственно говоря? Инопланетянами оказались растения. Непонятно только, что с порталами. Фу, опять сидит, зараза. Ну что, тетя, давай уже пошли куда-нибудь. Пойдет за мной? Новая цель. Уровень кислорода низкий. Вон, кислородная станция. Это что такое?
Какая интересная галлюцинация, замечу. Ошибка сигнала, входящий сигнал. Почему вы ищете меня здесь? Вы знаете, где я? Вы бросили меня много лет назад. Теперь вы не сможете найти меня. Теперь вы слишком далеко друг от друга в пространстве и времени. Окей. Не надо так делать. Разнообразие началось какое-то в игре. Куда это дальше побежать? Вниз. Ой-ой-ой-ой-ой, это я слишком с большой высоты прыгнул, что ли? Атас. Наверное, туда надо. Не знаю, вообще, можно ли до тут долететь-то в таком-то расстоянии? Можно, оказывается. Или это откуда я пришел, я что-то не понял. Да, это откуда я пришел. Надо идти в другую сторону. А, теперь я могу только идти пешком. Вот так. Окей. Потом меня отпустят, я надеюсь. Ну, щито. Давайте уже, чтобы мне можно было бегать. О, наконец-то. Меня зареспит. А, в начале уровня, до того как эти островочки разъехались, или нет? Да блин, как долететь-то? Что за бред вообще? Называется, пошел не в ту сторону. Окей. Можно, наверное, на эту штуку залезть, может быть, с нее как-то легче будет запрыгивать куда-то. Блин, да нет, наверное. Дотуда-то я точно не долечу. Да, дотуда я точно не долечу. Блин, это я просто неудачно прыгнул. Да блин, как называется, древний народ, вот это вот. Писец. Да ладно, да вы офигели, вот эту вот всю херню проходить, ни в коем случае, последний пункт сохранения. Ну чё, ребята, мне придется, видимо, проходить опять вот эту вот всю херню, потому что я отлично записался. Ну вот, наверное, это я сделаю без вас, а потом
произведем прямое включение. На сегодня пока все. Всем спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Всем пока.